В связи с трагедией, произошедшей 31 октября в детском саду «Сказка», в Ненецком округе отменены все развлекательные мероприятия в предстоящие праздничные дни. Я принял решение, что все праздничные и развлекательные мероприятия, которые у нас были запланированы на эти праздничные дни, будут отменены. И мне кажется, что это из уважения произошедшему к семье этого мальчика. Мы просто не можем праздновать, когда в наш дом вошла такая беда.